Анне Лежневой 63 года. На протяжении 5 лет регулярно делает прививки. Проходить ежегодно иммунизацию посоветовал лечащий врач, поскольку у Анны есть хронические заболевания. И как представитель старшего поколения, женщина находится в зоне особого риска. В этот раз Анна сделала прививку от гриппа. Нужно. Все равно в легкой форме все протекает. Не так уже тяжело. Все равно контакты имеем везде. Поэтому я считаю, нужно, рекомендую делать всем прививки. Врачи отмечают, что гриппом болеют все, но наиболее опасен он для пожилых людей. Они тяжелее переносят заболевания, у них чаще развиваются осложнения. Это связано с тем, что с возрастом снижаются защитные функции организма и повышается уязвимость к инфекциям. Лучший способ избежать неприятностей со здоровьем – вакцинация. Данная группа риска наиболее подвержена простудным заболеваниям, так как бабушки и дедушки всегда помогают детям, сидят с внуками. Соответственно, когда в школе начинается период заболеваний, соответственно, они первые, кто приходит на помощь деткам, кто сидит с ними, кто лечит их. Соответственно, для того, чтобы быть в состоянии помочь, ты сам должен не болеть. Как и в любом другом возрасте, делать прививку нужно при отсутствии признаков острого заболевания и обострения хронических болезней. Пройти иммунизацию и защитить себя можно в прививочных пунктах. Адреса и графики работ указаны на сайте Минздрава. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.